Помимо фасадов, подрядчикам еще есть к чему присмотреться. Так, в социальных сетях кировчане жалуются на сломанные фонари и разрушенные лестницы. Какие еще проблемы, связанные с благоустройством, есть в городе и как их будут решать, выясняла дежурный по городу Екатерина Кудрина. А что с фонарями? Такой вопрос возникает у кировчан об осветительных приборах в Кочеровском парке. Фонари там, что называется, приуныли. Плафоны нагнулись, могут упасть. Кроме этого, посетителей парка волнуют и другие моменты. Отличная ливневая система, особенно вон там, очень похожа на, наверное, с цирка примерно пытаются сделать. В цирке точно так же с коляской достаточно сложно пройти. Фонтан, ну, тоже интересно, летом особенно, там дети купаются. Вот, единственное, что решетки вот вызывают какое-то опасение. Их заменят. В территориальном управлении по Ленинскому району заверили, что в ближайшее время светильники будут сделаны, а алюминиевые решетки у фонтана укрепят. Кстати, ремонтные работы уже начались. В настоящий момент ведутся работы силами гордормостроя по замене лотков, пересекающих тротуары. В ближайшей перспективе нужно будет перекрыть нам покрытие сцены, поскольку оно уже достаточно сильно прогнулось от времени. Ну и плюс обычное содержание, уборка мусора. Помимо декоративных элементов парков и скверов, кировчан волнует и состояние газонов. На многих территориях он засыпан торфом, и он уже не один раз горел. Во дворе дома на Ломоносова, 27, территория вокруг газового оборудования завалена торфом. Это довольно опасно, ведь если сюда попадет любой источник огня, это все загорится. И это не единственный участок. Так, на улице Воровского также на газонах был уложен некачественный грунт. В гордормостроя отметили, что все участки находятся под контролем. Мы сейчас продолжаем работу по обследованию остальных участков. В случае необходимости будем заменять эти участки именно плодородным грунтом, чтобы не повторялось у нас возгорание масс. Кроме газонов, кировчан беспокоит и состояние пешеходных зон, а именно в сквере у Театральной площади. Асфальт там неплохой, но не лестницы. Они обсыпались в нескольких местах. Ужасно, ужасно. Надо что-то делать, надо починить ее. Конечно, плохая. Естественно, что ее делать надо. Не знаю, что город думает. Ремонт обещают, правда, не скоро. В администрации отметили, что полная реконструкция скверов на Театральной площади запланирована на 2025-2026 годы. В том числе отремонтируют все лестничные марши. По городу дежурили Екатерина Кудрина, Алексей Стахеев, Бюро новостей Давича.